Всем привет, друзья! С вами Малдер, мы продолжаем играть в Tomb Raider. Решил я еще одну серию записать подряд. Почему нет? Не могу остановиться. О, артефакт нашли, ты смотри, вот сразу же. Сразу же нашли артефакт, господи. Ладно, ну-ка давайте продолжим. Пока я все помню, нам надо куда-то... Куда-то. Вот туда, скорее всего, нам надо. Как это сделать, пока что не знаю. Там высоко? Да не очень. Давайте спрыгнем тогда вот здесь. Сохраняшка опять же прошла у нас. Вот. Ну подождите, там же что-то лежит. Тут высоко вообще, нет? Да блядь, не особо-то и высоко на самом деле. Отличное начало серии. Я сдох. На ровном месте просто. Вот взял и сдох. Взял и сдох. Ну тогда может сюда нам прыгнуть? Нет? Бляха-муха. Ладно. Давайте тогда. Так, да бляха, бей ты его. Вот. Бля, ящерица. Готово. Еще одна что ли там? Еще одна зеленая. Я не пойму, какие мощнее. Зеленые или красные? Вон там птички летают. Опа, птичка больше не летает. Птичка больше не полетит никогда. У меня здоровье-то вроде регенерируется, но я не знаю до какого состояния. Может быть, прям до полного. Ах ты, мразь, блядь. Кусанула. Ну, это, конечно, не птичка, а летучая мышь. Летучая мышь. Нам надо наверх как-то попасть. А как это сделать? Есть камни. Это уже прекрасно. Камни-то камнями. Может, назад как-то? Ага. Наверх. Наверх уже не залезем. Зачем тогда мы сюда лезем? Нет, сюда ты не хочешь залезать. А, наверное, мы как раз туда-то... Бляха-муха. Ладно, хоть ноги не сломал. Тогда надо понять... Как залезть вот на этот столб? Так, укроп трясется. Давайте-ка, может быть, сверху посмотрим. Будет проще. Вот откуда-нибудь отсюда. Но мы пришли отсюда. Мы пришли отсюда. Здесь столько помещений. Охереть просто. Не то, что столько помещений, столько дыр каких-то непонятных. Вон я вижу кольцо. Как до него долезть? Что ты делаешь? Ящерицу, что ли, не убил? Где? Че музыка-то играет? Хорош, может, уже? Тут. Страх вот наводить. Да не, вроде всех. Или нет, нет, вижу сзади, нет? Я слышу, она где-то тут перебирает своими культяпками. Сюда забрались, да? Сюда-то забрались. А дальше-то чего? Куда идти-то? Ах, мы пришли сюда опять же, да? Может быть, здесь по кругу надо как... Да что ж ты делаешь-то, ларчонок? По кругу, может, как-то надо пройти? Может, что-то я там не посмотрел по-нормальному-то? Как обычно. Ну, мы можем сюда, наверное, запрыгнуть. Да? Оп, можем. Как она культяпками машет во время полета. Так, ну и чего? А, стоп, 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 тут есть камушки. Сейчас мы по камушкам залезем. Мы, по сути, придем оттуда, откуда и начали. Меня это немного расстраивает, потому что я там не видел. Куда бы мы могли, собственно говоря, пойти дальше. Свет выключим. Здесь ты зацепишься, вот интересно. Слушай, ты, она, по идее, тут зацепится. Там какой-то проход есть. А, тут артефакт есть. Тут есть артефакт. Но мне он не особо-то интересен на самом деле.
Артефакт это хорошо, но нахер он нам нужен-то? Блять, тихо. Да ты заебешь ты нахуй. Здоровье регенерируется, скорее всего, до минимума. До какого-то определенного. Не попал. С автомата. Нам надо куда-то наверх, судя по всему. А как туда пройти-то? Стоп, подождите, давайте-ка разберемся. Надо понять. Может быть, я зря оттуда спрыгнул-то вот с этой хреновины. Но есть вариант. Есть вариант залезть обратно. Сейчас мы это и сделаем. Что ты делаешь, блядь, дура? Ух, ты так хочешь запрыгнуть? Я боюсь, у тебя это не получится, ларчонок. Давай-ка прыгай, я хотел по стенам перепрыгнуть. Ой, блядь. Тяжелый случай. Нет, но сюда она не запрыгнет, это явно. А куда? То есть опять же сюда, да? Здесь тоже нет нихера. Очень странно. Ну туда, если я пойду, я попаду. Блять, кольцо. Кольцо-то я видел на самом деле. Ну допустим, если я вот тут вот сейчас зацеплюсь. У нас здоровья мало, вот что печально. Бля, ящерица, твою мать. Что ты, сука, делаешь? Две ящерицы. О-о-о-о! Суки. Вот твари, блядь. Охренеть, вот музыка-то от чего играла. От этих двух ящерцев. Фу, блядь, ящерцев. Ящерец. Давай-ка 16-го возьмем. Слушай, у меня 6 аптечек, откуда, блядь, такое богатство? 6 аптечек, это серьезно. Прыгай. Зацепляйся, отлично. Так, ящерица. Сзади еще одна, выебывается. Что, какие автоматы нахуй? Какие пистолеты, в смысле? Кольцо. А, во, тут есть у нас куда зацепиться-то. У меня такое ощущение, что у меня кончился автомат, блядь. И почему у меня такое ощущение складывается? Кто-нибудь знает? Потому что я его выбрать не могу. Вот это поворот! Вот это поворот! А нет у меня автомата-то больше. Сука, у него боезапас-то все-таки есть. Охренеть, а я думал он бесконечный. Что-то я тупанул, не посмотрел. Подводным ружьем сейчас будем ебашить всех, значит. Давайте дробовик возьмем, что ли, тогда. Что делать-то? Да, нам вон туда надо попасть. Сейчас мы туда и попадем. Так. Не падай, пожалуйста, а. Что такое? А. Отпусти. Это мы линзы берем. Это мы берем линзы, скорее всего, как раз на эту самую, на статую. На статую. Слушай, я не допрыгну. Я не допрыгну. Господи, блядь, под Шивы, жена Шивы, ты как ее? Забыл. Нахуй, памяти никакой не осталось. Кали, конечно же, Кали. Вот, ну-ка нахуй. Подожди. Ёбаный рот. Ага. Если мы сейчас тут спустимся. А мы... Нет. Ну там, кстати,
Надо признать, еще один есть. Блин, я, наверное, не допрыгну до 100 пудов туда. Но там артефактик лежит. По сути, он как бы нам не нужен. Или попробовать, может. Может, давай с разбега, а? О, точно, мы еще так не делали. И нехуй делать. И не надо так делать в следующий раз. Я надеюсь, где я тут появился? Я взял артефакт. Так, да, я взял уже артефакт, так что... Так что чего? Ну, дверь-то, наверное, уже как бы открылась, да? Я как понимаю. Да что ты куда-то, блядь, побежала? Где пол-то? Блядь, пола-то нету. А, вон есть эти самые камешки. Держи, твою мать, ты чего, Ларка? Я думал, ты за камушки зацепишься. Она ничего-то не стала. Ларчонок, ларчонок. Что ж ты делаешь, гадость? Ходячая. Ну, блядь, естественно, но с сальтухой. Иначе-то никак нельзя. Перепрыгнуть. Блять, как печально, что у нас автомат кончился. Мне как-то, блядь, с ним поспокойнее было, что ли. Сохраняшка прошла. Тут что, у нас тут только кружка, что ли, выходит? И все? Только кружка. Зачем? Зачем эти гребаные кружки нужны? Не знаю. Так, дробовик пока оставим. Дробовик на ящериц будем испытывать. Я думал, там не так высоко. Дробовик будем использовать на ящерицах. Хорошее тут сохранение, да? Раз. Так, а если мы вот сюда вот сейчас перепрыгнем? Перепрыгнем, перепрыгнем. А можно вниз перепрыгнуть? Блять. Сломать ноги. Немного. Ну и все, наверное. А я как назад тут пройду? Вот меня что еще интересует. Кто тут, блядь, шелестит, твою мать? Ну-ка, фонарь. Блядь, фонарик так интересно разгорается, как ксеноновый как будто. Он и светит так же, блядь, на самом деле. Охуенно. А, во, тут же у нас есть зацепки, точно. Я же их сам проеб в прошлый раз. Что такое? Что за музяка? Пошла. Так. Да, блядь, хватит ноги-то ломать. Что, блядь? Бляха-муха. Я не туда пошел, что ли? Где ты? Сука. Я в текстуры, блядь, провалился. Она вот все летит и летит, летит и летит. Ты посмотри-ка, все прилетело. Игра зависла и вылетела к хуям. Здорово, я сломал игру. Продолжаем. Я отремонтировал игру. У нас здесь вот... Слушайте, я не пойму, а как нам туда наверх-то залезть теперь? У нас есть этот трос гребаный. Но, может быть, нам туда и не надо. Пока что. Может, там есть какая-то другая дорога? Так, скорее всего, и есть. Ну-ка, давай-ка полезли. Блин, столько сейчас обходить придется, охренеть. Да давай залезай. Что ты делаешь, блядь, а? Столько сейчас обходить придется. Ужас просто. Ну не, на самом деле не очень-то и много. Так, давай-ка ты лучше упадешь вот сразу, а? Прежде чем ты будешь выебываться. Я рано погреб сюда. Сюда вообще не надо, наверное, идти больше.
Это кольцо сделано наверху там, с помощью которого мы в прошлой серии спустились сюда. Это кольцо только на спуск сделано. А уж никак не на подъем. Ну ладно, мы хотя бы эту теорию проверили, будем знать. Тогда, внимание, вопрос. Куда? Нам? Здесь пойти. А если я вот не дотянусь тросом, блядь, до кольца? Нет. Куда нам сюда пойти? Я не знаю, если честно. У нас открыл... А, я знаю, если честно. Вроде бы. У нас же открылась дверь. Ну и что ты, блядь, тормозишь? У нас открылась дверь. Ты вот отсюда запрыгнешь, меня интересует? Ну, вряд ли. Это очень далеко. Ну, попробуем. Твою мать. Ножки сломали. Немножко. Ладно, тогда мы сейчас сделаем проще. Сейчас залезем повыше. Залезем повыше. Вот сюда. А дальше-то чего, блядь? Назад, наверное? Блин, а назад я никак не спрыгну. Эй-эй-эй. А, подожди. А ты вот так вот зацепишься? Есть, зацепилась, молодец. Умница. Ну, конечно, конечно, выход. Это с какой-нибудь с другой стороны, там еще где-нибудь, хер знает где. Так, тут у нас колечко, да? Хоп. Контрольная точечка тут у нас есть тоже. Здесь балка, но я что-то не вижу, куда с помощью нее мы... А, блин, ее, наверное, надо куда-нибудь переткнуть, что ли? Или не надо ее никуда перетыкать? Что ты делаешь? Ларка, блядь, ну не тупи, пожалуйста. Я могу ее вынуть, наверное, нет? Нахер мне ее вынимать-то? Сюда мы залезли, да? Сюда. Сюда. И сюда. Здесь что такое? Здесь просто у нас закуточек. С артефактом причем. Да ну и нахуй этот артефакт. Не... Блять. Ладно, возьмем. Возьмем этот артефакт сраненький. Блять. Не возьмем. Не возьмем этот артефакт сраненький. А так хотелось. Где я? Да ну нахуй, я в самом начале. Не понял. Не понял, а как, что я тут делаю. Наверху там не было сохраняшки. Я понял, все. Идем сюда. Блять, Ларка, ну что такое? Ну почему ты так сделала? Я тебя прошу, давай не тупить сегодня, а? Так, сюда запрыгиваем. Есть, запрыгнули. Дальше, сюда, отлично. Сюда дальше ползем. Там достаточно далеко на самом деле находится. Прыгай. Да не в эту сторону-то, твою мать. Вот прямо туда прыгай. Да ку, блядь. О, молодец, блядь. Я, сука, я кнопки, блядь, перепутал. Хотел просто спрыгнуть, но имеется в виду повиснуть. А, блядь, нажал прыжок. Но это сработало, на удивление. А здесь так проканает. Проканало. Ладно. Ну и чё ты? Ползи. Я просто вот так вот... Не хочет она так делать? Не хочешь прыгать? Так. Есть артефакт. А тут что тогда? А, ну это то же самое. Мы уже тут были. Хорошо. Бляха-муха. Ох, вот это реакция. Я забыл, какую кнопку нажимать. Но потом вспомнил.
через секунду. Когда уже конец был близок. Как ты, как раскачиваться-то ей? Не понял. Ну-ка. Я что-то не понял, а как действительно раскачиваться на веревке-то? Блин, тут казалось бы, три игры, да? Три. Я надеюсь, его засчитали. Не так, не так, не так надо было прыгать-то. Я надеюсь, артефакт засчитан. Иначе это будет провал. И закат карьеры, блядь. Расхитительницы гробниц. Три игры? Вот две, блядь. Ну, с одинаковым практически управлением. Там разница только в пистолетах была. Да, засчитали, отлично. Я нахуй бросил бы играть просто, если бы не засчитали. Две игры нормальных, блядь. Ну, в плане управления, я говорю. Одинаковые. А в третьей что-то пошло не так, блядь. Почему они, сука, так сделали? Непонятно. Ну, имеется в виду, почему они так сделали, такое отличие в управлении. Не знаю. Но почему нельзя было, блядь, старую физику-то использовать? Она была нормальная, играбельная, хорошая, удобная, я бы сказал. Блядь, тигр нахуй! Ёбаный рот. Там еще где-то птица пролетела мимо меня. Просвистела птичка. И упала на столе, блядь. Птичка, блядь. Птичка, птичка, птичка. А куда нам идти? Ну, естественно. Так, ну-ка. Си. Наверное, вот на эти вот... члены, блядь. Каменные. А, ну все правильно. Все правильно. Так. Так, а здесь куда? Здесь ты не запрыгнешь, да? А, ну я, кажись, понял. Сюда. Эть, эть, эть. Эх, птицы, блядь. Кто тут? Чуть так ушистится. Да идите нахуй. А вас тут много, смотри-ка. Стой, подожди, что такое? Или это так специально сделано просто? Есть контрольная точечка. Дальше куда? Ты сюда не запрыгнешь? Вот это поворот, блядь. Ну вот я вижу... артефакт, да? Ну я вот интересно, ну давайте запрыгнем, нет ли, блядь, хуёзный. Ну это я просто прыжок не нажал. Сейчас будет вторая попытка. Я даже думаю, что она будет точно-точно такая же. Собственно, о чем я и рассуждал. Эх, ладно, тогда... Тогда сюда. Цепляемся. Потом сюда. Как тот артефакт взять, я что-то еще пока не придумал. А дальше куда? Мне еще куда надо изначально-то, я что-то тут не пойму. Стоп, здесь надо... Сюда мы зацепились, да? Угу. А зачем? А. Ну, это-то понятно, что на эту балку, а нахера она нам нужна-то? Бляха, ты что меня напугал, твою мать? Ты так давай не шути. А, тут, может, несколькими вариантами можно было... пройти. А куда пройти-то? Куда вот я иду? Зачем я вот сюда вот пришел?
Я опять же оказался внизу, блядь. Ну, кстати, Ларка не соскакивает, вот как в предыдущей-то части. Ух ты. А, тут даже подсказка какая-то тут типа есть. Типа, если не знаешь, куда идти, ничего не делаешь и смотришь на жопу Ларки. И она тебе подсказывает, куда надо идти. Хорошо. Раз, два. Так, все. На этом идеи кончились. Три. Четыре. И все, да? А что четыре-то? Мне как обратно-то идти? Ёб твою мать. А я не за... Туда... Не... Бляха-муха. Так мне надо наверх, что ли? Ты посмотри, там какие-то балки-то есть все-таки. Давай попробуем. Так, куда тут? Назад, что ли? Не понял. Ёбаный рот. Где ты? А, на балке. Все, отлично. На балке я стою. Вот. Ну, я туда, наверное, не... хер его знает. Давай попробуем, допрыгну, не допрыгну. Тихо, не еби мозги. Так. Так, сюда мы зацепились, смотри-ка. Тогда. И сюда зацепились. И сюда зацепились, и сюда, и сюда, и сюда. И куда-то мы пришли все-таки. Смотри-ка, это правильный путь-то был. Путь правильный. Праведный. Ну, правильный-то правильный. Ну, подождите. Ого. Я вот сюда, наверное, не дотяну. Хотя, да, попробую. Нет, достал. Достал. Есть еще одна контрольная точка. Нам надо на самый верх, да? Здесь я... А, погоди, камешки, камешки. Или это не камешки? Блять, это яйца чьи-то, да? Чужих. Не иначе. Сюда. Так. Сюда. Давай лезь дальше, ты чё? Ну, а дальше куда? Ну-ка, залезай. Бля, мыши, 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 ёпты, блядь. Я что-то слышу, кто-то кричить, кричать начал. Кэр-кэр. Когда слышишь такое, все. От мышей есть такое, слышишь, сразу скорую вызывай, блядь. Так, тут надо зацепиться не за что, да? Не за что. Запрыгнули, хорошо. Так. Не, ну мы до того артефакта уже, наверное, не доберемся. На самом деле я не переживаю, херчусь с этими артефактами, блядь. Так, еще контрольная точка. Ух, ёб твою мать. А дальше чего? Зацепиться, как я понимаю, не за что. Или есть за что? Ну, я, наверное, не допрыгну, да? И ведь не допрыгнул. Ведь не допрыгнул. А как? Меня интересует, вот сюда я могу зацепиться? Ёбаный рот, я мог там пробежать. Не то что зацепиться, пробежать мог. Вроде бы. Или нет? Или не мог? Не, ну,
что за хрень? Да, даже так? Не-не-не, погодите, тут что-то мы не то... Мы что-то тут не то делаем. Нам надо на балку, как я понимаю, вот на эту. А как это сделать? То есть хотите сказать сначала сюда? Я сейчас опять в текстуры, блядь, улечу. Да. Вот оно как надо было. Кто бы мог подумать? Ладно. Балка. Тихо, не падай. Вот оно. Я случайно, блядь, зацепился. Да ни хера себе, вот это поворот. А дальше сюда? Блядь, не сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну я... Кто ж знал-то? Да ну хорош, с самого начала, что ли? Так, ну, по крайней мере, блядь, хотя бы в начале знаем теперь, куда идти. Спокуха. Спокойно, не падай. Головой-то не тряси тут, блядь. Трясет она гривой-то. Прыгай, все. Так, а куда же тогда? Назад, что ли? Не, наверх, вон. Во, отлично. Балка есть у нас тут, да? Ну-ка, давай-ка. Сейчас раскачивайся. Хопа! Отлично. Подожди, ларчонок, надо передвинуться. Я чувствую, что, что надо передвинуться. Все. В раскачку. Хоп, есть. Опа, есть. Пинай! Еще разок. И еще разок. Последний. Отлично. И ни одного артефакта. Ну, в этих и не бывает никогда. Контрольная точка. Кто-то летит. Блять, ящерица, блядь. А, суки! Не нравится ящеркам. Блять, а кому понравится? Ебошут тебя тут из пистолетов. Есть, нашли мы какой-то артефактик еще. Где я хоть нахожусь-то? Значит, тут что-то можно сдвинуть. Ух ты ж, бляха. Это что такое? Ага, это у нас типа балка. А это типа не балка. Это типа... Ёбаный рот. Это типа весов. Что-то, ну-ка подожди. Сейчас мы тут походим по... Блядь, да заебёте, да? Надо дробовик попробовать, как он херачит. Контрольная точка. Что мы тут видим? На самом деле ничего мы тут не видим. По-моему. Нам надо куда-то вот тут... Туда пробраться? Или же куда? Там уже дно. Дно. А на дне кали. И фигурки этих самых. Бляха, ты чё? А, подожди, так мне может быть... Может быть, весы-то здесь вот эти не нужны? Я, правда, я, честно сказать, не знаю, зачем они нужны здесь. Это, наверное, просто зацепка. Чё тут, блядь, мне предлагаешь? За что мне зацепиться-то предлагают? Я понять не могу. Вот чё тут такое? Вот за ту хренотень, что ли? Я и так к ней бегу. Ну давай, цепанём. Так, спускаемся. А я, интересно, могу вот отсюда зацепиться? Кто там ходит? Ящерица. Так. Еще одна, что ли? Не, это ты трупик упал. Так, цепануться. Цепануться могу. Цепануться могу. Ладно.
Тогда что нам надо сделать? Сюда, наверное, поставить... Блять, нет. А куда же нам эти хреновины поставить, которые мы сняли? Может быть, сюда? Ей на лоб? Вот это вот полный ступор. У меня сейчас настал. Подожди, мы взяли два этих самых, две линзы, блядь, правильно? Я думал, мы сейчас их сюда вот приляпаем как-то. На вот этих вот барышень. И направим лучи света. Хуев там. Сказали они. Чё такое? Залезай, ларчонок. Чё ты, чё ты гривой трясёшь? Ларка, блядь, не бей мозги. Надо нажимать? А, надо под... Господи, боже мой, подпрыгнуть надо сначала. Ну ладно, тогда что вот это вот такое? Весы? Для чего? Ёх ты! Ого! А, смотрите, одного не хватает. Где это я? А, я знаю, где это. Я знаю, где это. Интересно, если я сейчас побегу быстро, она будет опускаться? Нет, она не опускается. Засовывает эту хрень-то. Вот. Так. Блять, ну а вы-то откуда здесь взялись, твою мать? Птички. Там и ящерицы, блять, вроде прилетели, нет? Прилетели, прибежали. Так, ладно. Нам надо как-то вторую руку опустить. Как я понимаю. Вторую руку. Здесь у нас... Вторую руку, да? Давайте-ка посмотрим. Надо с другой стороны, может быть, как-нибудь залезть. Надо вообще глянуть... Ушивы, если мне не изменять память. 6 рук, блядь, было. Или 4? 4, блядь, значит, мне изменяет память. Ну, надо вот тут тогда вторую как-то клешню-то опустить. А как? Отпусти. А, вон там есть зацепка, кстати сказать. Если я совершу прыжок веры, я, наверное, не зацеплюсь за нее. Так, только за это, да? 4 клешни. А, ушивы. Надо будет запомнить. А у кого 6, блядь? Как богиню звали, блядь, 6 рук. Не путать с гора, блядь, из Mortal Kombat, нахуй. Хотя, тут тоже вроде. А сколько у гора рук было? 6, что ли, блядь, или? Или тоже 4? Так, 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 так. Ну здесь есть зацепка-то, блядь. Во! Ну-ка, побежали. Натягивай. Натягивай. Здесь какая-то клетушка есть. Которую надо подвинуть. Которую надо подвинуть. А вот куда ее надо подвинуть-то? Очень... А, ее надо поднять, наверное, даже куда-нибудь. Что ты, блядь, делаешь? Ну-ка, смотрим мы тут. Помещенница-то. Это здесь для руки, правильно? Правильно, сюда опустится рука еще одна. А что же нам надо сделать? Может быть, здесь что-то нажать?
Че такое тут кажется? Уйди нахуй. Опять же, банки эти вот, блядь, бесполезные. Зачем их тут наставили? Блядь, кто чихает, ну? Я отвечаю, а, тут вон артефакт есть. Я отвечаю, кто-то, блядь, чихнул в игре, блядь. Ах, сука! Ты, блядь, чихаешь. Скотобаза. Еще одна, что ли? Блядь, да еще две, нахуй. Вот сука, красные, блядь, помощнее будут. Где еще одна? Вон она. Че у него там в руке? У него там в руке. Блять. У него там в руке. Короче, нам надо как-то, наверное, прикрепить. Или подожди, или ее надо сложить. Она не складывается. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. А ну на спине у него что-нибудь есть у этого дяди? Вот это что такое тут сделано? Зачем? Надо пострелять? Нет. Нет, а наверху? Наверху, может, что-нибудь надо сделать? Может, куда-то залезть? Что это заебало, блядь? Ай, блядь. Это показывает мне вот на этот. Так, этот показывает мне на этот, да? И на... А, оба-на! Тут вон есть что-то, куда-то надо... На руку надо опуститься. Что ты делаешь-то, Ларк? Запрыгивай, твою мать! Я ж серию, блядь, задерживаю ради тебя только вот. А что ты не хочешь цепляться-то? Мне скажи, пожалуйста. Мадама. Мандама. Во! А коробка? А, коробка, наверное, просто для того, чтобы залезть. Потом можно было. Других вариантов у меня объяснений нету. Эй, блядь, там время-то идет, между прочим. Что за хуйня? Так, стоять. Не все так просто. Как казалось бы. Так, 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 так. У нас есть коробка, да? Коробка. Что-то, блядь, надо с этой коробкой сделать. Трос зацепить. Подвинуть куда-то. Ну-ка, давай-ка еще раз попробуем. Сейчас, если не получится, оставляем до следующей серии. Кое-какая идейка возникла. Так, коробку надо подвинуть, блядь. Хуяк. И застопорили мы коробочкой-то. Вот. Вот. Теперь. Теперь надо херачить вниз.
Что ты делаешь, блядь? Я же вроде зацепился, не? И как-то, наверное, надо ставить вот эти вот... А где вторая-то? Вот этих вот... самочек. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы проверим. Давай, двигай. Не, ну подожди, руки. Блять. Подожди, сука, не так нахуй. Теперь надо, наверное, сделать так, чтобы руки-то сложить им обратно. Чё ты, блядь, Ларка, блядь, ну господи, ну не тупи, пожалуйста. Есть, есть. Чтобы вернулись они в обратное положение. Наверное, так. Да? Ну точно, блядь, сейчас мы их вернем в обратное положение. Там же какая-то еще линза типа того была. И тут также сделаем. Вот. Оно вернулось в обратное. Блядь. Ну-ка, давай двигай. Сейчас мы эту подвинем. Одну статую. Как раз на кристалл, наверное, направит. А с кристалла уже в лоб этой самой. Эй. Чё, блядь? Не так, что ли? Руки надо поменять. Тьфу, блядь. Ладно, это дело десятое. Давай, запрыгивай быстрее. Сейчас мы эту клешню вернем. Блин, надо уж разгадать в этой серии загадку-то эту. Ну как-то не хочется на следующую-то оставлять уж. Во, клешня поехала. Там этих самочек надо местами поменять. Наверное. Руки. Так, ну-ка. А как это сделать по-правильному-то? Стой, 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 стой. Ну-ка, давай сюда. А ту мы сейчас подвинем просто вот. Ёпта мать, она жопой тут теперь встанет. Момент. Давайте хотя бы одну правильно нам надо сдвинуть. Что такое? Ять? Ого. Охренеть. Так, ну-ка, давай-ка. Нет, она жопой будет светить. Стой, стой, стой. Надо вот сюда ее просто протащить вперед, и все. Охренеть. Другого тут ничего не скажешь. Контрольная точка. Все, хорош на сегодня с Ларкой. Закончим на этом серию. Ну, на такой эпической ноте-то мы ее закончим. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.